Привет, друзья. Приехали такие ретро-весы. Я так понимаю, они для взвешивания, наверное, маленьких деток, судя по форме. Но они еще винтажные, то есть не цифровые, а аналоговые, механические. Это у нас от компании Sochl, немецкая компания. Здесь есть наклейка русская. Возможно, это моделька ихняя, я не знаю. Верх чуть-чуть уже такой прицарапанный. Механизм исправный. Здесь у нас есть такой поворотный механизм блокировочки, то есть для пересылки, для хранения. Здесь поворачивается и блокирует механизм. Когда нужно взвешивать, повернули, и начинается эффект, скажем так, маятника. Грузиком более точно измерение, и здесь выставляете на шкале, то есть деление идет по 0,5 килограмма. Давайте, к примеру, взвешиваем вот аккумулятор от пылесоса. У нас произошел перевес, то есть, соответственно, аккумулятор весит больше, чем 0. Ставим 0,5 и дальше играемся. Ну, то есть, даже чуть-чуть больше. Получается у нас 650 грамм. Примерный вес, да, то есть можно более точно поиграться. Давайте плюс-минус взвесим, сколько он весит на цифровых весах. Правда, весы сейчас чуть под наклоном стоят, но плюс-минус будем понимать. 640. А там у нас показало 650, да, ну, то есть надо разобраться. Вот 640. И начинается уже эффект маятника. То есть ближе к 650 даже показывает. В общем, весы исправные. Это такой прикольный винтажик. И они точные. И если их не бросать, то можно сказать, что они вечные. Лайк за видосик. С вами был Артур. Всего наилучшего.